Мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, в эфире передача «Отличная семья». За микрофоном я, ведущая Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы стараемся делать в наших передачах тему сиротства понятной, доступной, открытой. И сегодня у нас особый эфир и особая тема, потому что мы рассказываем о уникальном проекте, о школе приемных родителей для слабослышащих детей. Для слабослышащих, вернее, родителей потенциальных, которые могут, в свою очередь, брать слабослышащих детей. И проект этот стартовал благодаря, как всегда, в нашей стране инициативе очень интересных и понимающих, чувствующих запрос людей. Поэтому сегодня я сейчас как раз представлю всех тех, кто находится у нас в студии. Это, во-первых, Татьяна Контарелло, приемная мама и, собственно говоря, как один из вдохновителей и авторов этого проекта, Татьяна. Добрый вечер. Добрый вечер. Представляю, конечно, во-первых, участницу ШПР, благополучно ее закончившую и ставшую приемной мамой. Это Инну Куликову. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. И также с удовольствием представляю Марию Самигулину, которая будет нам помогать сегодня, в сегодняшнем эфире, чтобы он прошел достаточно благополучно и конструктивно, потому что мы хотим, чтобы этот эфир также посмотрели как можно больше слабослышащих людей и поняли, что у них есть возможность также становиться приемными родителями. Я очень надеюсь, что мы сможем быть для них полезными. И вот здесь также у нас замечательная присутствует Настя Муравьева, которая как раз только вот совсем недавно вошла в семью Инны. И сейчас они как раз вдвоем уже образуют такую замечательную, тоже хорошую семью. Мы желаем вам такого хорошего, плодотворного развития в ваших семейных отношениях. Хорошо, ну вот давайте мы сейчас начнем, дорогие друзья, это, конечно, с того, что объявим наши координаты. Так как эфир у нас сегодня необычный, я надеюсь, что он вызовет у вас определенный отклик. Может быть, даже сейчас, когда вы будете нас смотреть и слушать, у вас родятся какие-то вопросы, которые вы захотите задать. Пожалуйста, с удовольствием будем их принимать. Итак, значит, телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 09 96. И, конечно, вы можете непосредственно сейчас, смотря нас, писать нам сообщения. Мы будем их с удовольствием зачитывать. Тоже не забывайте, это сайт Радио Теос. И пишите нам сообщения, мы с удовольствием их принимаем. Давайте буквально вот небольшую мы сделаем перебивочку, чтобы вы могли выдохнуть, тоже собраться с мыслями, подготовиться к нашему сегодня особенному такому форматному эфиру. И мы снова возвращаемся в нашу студию и будем продолжать нашу тему. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся. Не переключайтесь. Россия - 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Итак, друзья, как я уже сказала, да, вот короткая пауза, короткий джингл, и мы снова с вами в прямом эфире. Говорим мы сегодня о уникальном проекте, это школа приемных родителей для слабослышащих людей, чтобы была возможность у многих, у тех даже, у кого есть определенные физические особенности, тем не менее становиться приемными родителями. Тань, вот, конечно, вопрос в первую очередь адресую к вам. Как вообще родился этот запрос?
То есть вот мы понимаем, что у нас в стране есть люди с разными физическими особенностями. Но почему именно вы решили, что вы можете взяться за эту тему и как-то ее лоббировать, вот попробовать этот пилотный проект «Школа приемных родителей для слабослышащих людей»? Ой, на самом деле не было такого, что идея родилась, я решила, что могу. Все очень как-то развивалось естественным образом, расширяясь и расширяясь вот до того, что есть сейчас. Началось все с того, когда я познакомилась вот с глухими и слабослышащими детьми в детском доме с вот группой глухих, которые их посещали. В прошлом году вот поездка в Казань, где также были часть из этих детей. И вот как-то само собой меня втянуло как бы в отношения с этими ребятами и с теми, кто их посещал. И на самом деле пришла сначала идея сделать видеоролик, репортаж, чтобы рассказать глухому сообществу о том, что есть такие дети в детских домах, и что на самом деле глухие люди имеют абсолютное право такое же, как слышащие по закону, стать приемными родителями. Я знала, что среди глухих есть миф царящий о том, что они не имеют права. Причем интересный такой факт, что есть одна семья в каком-то регионе, глухая, в деревенской местности, которая взяла несколько глухих детей приемных, причем глухие, по-моему, все знают эту историю, она известная среди глухих, и при этом они равно продолжают, да, продолжали думать, что глухие не имеют права быть приемными родителями. И, в общем-то, все началось с того, чтобы как-то донести идею о том, что, во-первых, вы имеете право, во-вторых, вот каким образом, что для этого нужно. И мы сделали такой репортаж прямо на базе детского дома и взяли интервью у нескольких ребят о том, вот, как они хотели бы попасть в семью. Они говорили на жестовом языке. Весь репортаж мы сделали на жестовом языке. И просто вот рассказали. И совершенно неожиданно, то есть я понимала, что, наверное, это вызовет интерес среди глухих, потому что тема не освещенная. Но интерес был огромный. И завалили сообщениями, стали очень много писать, задавать очень похожие вопросы, проявлять желание как-то помогать в качестве волонтеров. В основном даже это. То есть отклик был, вот мы хотим помочь, понятно. Человеческое чувство такое же. Ну, жалко ребят. Да, а как вот как объясняете, почему достаточно долгое время, несмотря на то, что сейчас все-таки тема сиротства, она лоббируется и решается с разных сторон, почему вот все-таки до сих пор не проработана именно тема донесения этой информации, просвещения и вообще работы с, вот, допустим, слабослышащими людьми? Почему вот так это игнорируется? Ну, дело в том, что запрос-то в любом случае есть. В нашей стране очень многие вопросы целенаправленно не продвигаются специально для глухих на языке, на котором говорят глухие, на жестовом языке. Если вы обратили внимание, у нас даже переводы на жестовый язык на центральных каналах сейчас не найти днем с огнем. Хотя в прошлом это было. То есть это вообще социальная проблема? Это общая проблема, да, того, что нет как-то понимания в нашем обществе необходимости доносить какие-то вещи вот до сообщества глухих именно на жестовом языке. Среди слышащих царит убеждение, глухие же умеют читать, они могут прочитать информацию. И убеждены, что все, соответственно, ничего больше не нужно. Но можно целый эфир посвятить объяснению, почему это неверный тезис. Вот. Но тем не менее. Поэтому, плюс вот эта убежденность глухих в том, что они не имеют права, и поэтому как-то даже не задумывались. Но поэтому сначала появился основные вопросы, которые интересовали глухие, писали, вот как помочь волонтерам, как помочь бедным детям. И вместо того, чтобы отвечать индивидуально в каждом сообщении на эти вопросы, у меня просто возникла идея, давайте соберемся вместе, и я вам расскажу. И идея моя была, во-первых, рассказать прежде всего сразу же развеять какие-то
стереотипы, да, чтобы направить сразу мышление в правильном русле. Uh-huh. И пришло 16 человек глухих, слабослышащих на эту встречу, и я рассказывала об умной благотворительности, о той, которая полезна uh-huh. для детей, uh-huh. и есть благотворительность, которая вредная для детей. Как бы мы начали с этого. И в процессе встречи у меня на самом деле не было на тот момент идеи там ШПР для глухих. Но в процессе этой встречи, видя интерес, просто видя, что интересует людей, запрос, и они начали задавать uh-huh. вопросы, да, и я просто спросила, а если бы мы организовали, например, если uh-huh. бы можно было теоретически организовать школу прямых родителей для глухих, uh-huh. там мы бы придумали, там, как обеспечить перевод, кто хотел бы. И мы сделали такие списки, так, кто хочет помогать, там, быть волонтером там, с этими ребятами. На тот момент uh-huh. 14 детей находилось в этом учреждении с нарушениями слуха. Кто там хочет помогать, как бы быть репетитором, может быть, занятия, или кто хочет помогать обучать жестовому языку воспитателей, чтобы они mm-hmm. хоть как-то худо-бедно могли общаться. Да, потому что здесь сразу необходима разноплановая много было, помощь. Да. Mm-hmm. И кто был бы заинтересован пройти школу приемных родителей, mm-hmm. у нас практически сразу набралось достаточно много людей, достаточно для группы. И вот когда люди сказали, мы хотим, тогда сразу так, теперь надо думать, как это делать. Как это все устраивать. И вот mm-hmm. началась уже работа как бы по осмыслению и реализации вот этой идеи. Mm-hmm. Ну вот мы знаем просто, да, что Инна, она прошла школу приемных родителей, но не ту, которую вы организовали, не этот проект, а, скажем, такую пробу пера, которая была выполнена с подачи благотворительного фонда «Семья», директором которого является Михаил Пименов, и наши слушатели знают, конечно, его, мы очень к нему относимся с большим уважением, и они молодцы, что они сделали mm-hmm. вот такой первый шаг. Ну, вот мне сейчас как раз хочется у Инны спросить по поводу ШПР. Вот с какими ожиданиями приходили на школу приемных родителей, тем более, что это был достаточно новый опыт, новое соприкосновение с темой сиротства? Давно уже познакомилась, узнала о ШПР в церкви. Мне рассказали об этом. Угу. Один из наших лидеров, Павел Пракс. И о том, вот как можно, возможно, взять глухих детей. И как вот вообще можно собрать, да, передать документы, uh-huh. вообще как начать этот процесс. Uh-huh. Там как пройти медкомиссию, собрать все эти справки. Вообще это было все очень непонятно. Uh-huh. Потом я подумала, начну... Попробовала сдавать документы в опеку. Обратилась за помощью, написала Татьяне, чтобы... То есть с одной очень сложно было, было все очень запутано. Потом вместе она водила меня, и хотя было... Вот эта вот группа, глухие, слабослышащие, переводчик у нас появилась, Инесса, в этой школе приемных родителей. Uh-huh. И после нахождения одного месяца uh-huh. Когда, да, и пройдя вот этот месяц учебы
школу приемных родителей, я уже была готова начать этот процесс. Угу. Таня, ну вот мы разговаривали до передачи еще, и вы объяснили, что это, скажем так, была проба пера. И школа приемных родителей, которую проводил фонд «Семья», она была немного в таком лекционном формате. А вы захотели все-таки ее переформатировать и сделать более, более живой, интерактивной. Вот получилось это сделать? На самом деле, вот сами учителя школы, которая работает при бывшем 48-м детском доме, ныне называется «Солнечный круг», на самом деле они очень откликнулись на эту идею, они сказали, их заинтересовала эта идея, эта возможность, и то, что было удивительно, они сами сразу же начали вот такую вот мозговую штурм, начали думать, хорошо, а как это лучше сделать для глухих, как сделать это более таким форматом, что глухие лучше усвоят информацию, потому что мы с ним беседовали на эту тему, что чисто лекционный формат, он и не для всех слышащих хорошо подходит. Это да? Точно. Это может быть сложно, много информации, которую нужно переварить, усвоить. И поэтому вот преподаватели школы «Ирис», они старались максимально сделать все интерактивным, в игровой форме, чтобы глухие участвовали, проигрывали ситуации. Не просто, то есть там не было лекций, которые нужно было записывать. Ручка, бумага была не нужна. Была нужна вот готовность как-то вот стать актером, иногда даже вот поставить себя в ситуации и попробовать вот пройти. Говорить разным языком, игровым образом, проигрывать какие-то. И учителя, удивительно, они придумывали такие потрясающие идеи, спрашивали меня, как вы думаете, вот это поможет? Я говорю, так это то, что надо. Они придумали какую-то серию карточек, там, если есть вопрос, если там нужно, там, понятно, непонятно, нравится, не нравится, и вот которыми глухие могли во время занятий пользоваться. Вот таким образом как бы была замечательная очень коммуникация без путаницы. То есть много они идей очень сами вот использовали в этой программе. Да, вот я хочу, чтобы мы сейчас непосредственно поговорили именно как раз с педагогами школы приемных родителей, которые решились на этот смелый, интересный, очень важный эксперимент. И думаю, что сейчас вот у нас как раз Белизяковская Наталья на связи. Наталья, добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер, рядом со мной еще Ирина. Очень приятно, рады вас слышать. Спасибо большое, что вы сейчас с нами в этом эфире. Мы немножко уже поговорили вот с Татьяной Контарелло о том, что ту школу приемных родителей, которую сделали вы, она значительно отличалась от как бы первого такого пробы пера, первой пробы от лекционного формата, что было много игр, было много интерактива, проигрывание различных ситуаций, выработка разных поведенческих линий, просмотр разных сценариев. Вот скажите, пожалуйста, вы, когда составляли эту программу, вы на что опирались, откуда вы брали материал? Вот как вы знали, что именно это будет полезно для слабослышащих людей? Мы опирались на свою программу, которую мы ведем для обычных людей. То есть для всех абсолютно людей, кто записывается в школу приемных родителей, и просто думали конкретно по каждому упражнению, а как его можно так проиграть, адаптировать. Да, чтобы было людям понятно, о чем мы говорим. То есть мы продумывали практически каждое слово, слово, действие, так чтобы было понятно слабослышащим. Как на нас реагировать и как, чтобы мы понимали, что они нас понимают. Вот так вот масло масляное, но интересные были моменты. Мы готовили карточки с такими символами, да, со смайликами. То есть, чтобы мы понимали, что кому-то плохо, кто-то хочет вопрос задать, кто-то хочет высказаться. То есть, они могли
найти подходящую своему эмоциональному состоянию карточку и показать нам, то есть в круг, мы могли уже как-то отреагировать. Обратили внимание на это. Да, на этого человека. Uh-huh. Если нужно подойти, если вот хочет человек задать вопрос, если мы хотим всеобщего внимания, то есть мы могли свет включить, выключить. То есть, естественно, мы подходили очень чутко и креативно. Да, и еще корректировали эти моменты во время уже обучения с учетом их требований и пожеланий. И Татьяна нам тоже помогала именно как правильно строить предложение, потому что еще помимо упражнений мы даем какие-то письменные вопросы для самоанализа, небольшие анкеты, вот чтобы им было понятно, о чем этот вопрос. Вот мы вот уже с Таней немножко об этом поговорили. Хотелось бы спросить у вас, все-таки как у специалистов, которые работают в Центре содействия семейному воспитанию «Солнечный круг». Вот скажите, почему эта тема, она вот стала подниматься практически только сейчас? Ведь все-таки в общем сиротский вопрос уже лоббируется несколько лет. И получается, что действительно люди, которые имеют определенные физические особенности, которые по закону могут быть приемными родителями, они как бы оказались вне поля зрения. Вот почему так сложилось? Это, как вот мы уже здесь с Таней озвучили один из вариантов, это потому что вообще такое отношение как бы общества и государства к людям с особенностями физическими? Или есть какие-то еще причины? Мне кажется, еще вокруг этой темы есть очень много мифов. Это, может быть, даже относится не только людей с ограниченными возможностями. Например, многие люди думают о том, что, например, ребенка может взять только полная семья. Поэтому есть какие-то ряд мифов, и в интернете есть много информации, которые не совсем правильные, достоверные, но люди этому верят, поэтому... Вот один из моментов, мне кажется, что есть какие-то такие предрассудки, мифы. Вы знаете, это, например, если говорить о реакции общества. А мне интересно именно вот профессиональное тоже сообщество, да, почему вот не было, как бы некой такой подачи или не было сформировано запроса на то, что вы знаете. Есть. Во-первых, и специалистов готовленных нет. То есть, если даже люди и хотели взять себе семью, в семью на воспитание ребенка, они просто не знали, куда обратиться, к кому обратиться. И когда мы сами с помощью Татьяны Конторылы стали изучать этот материал, подачу материала, где вообще проводили такие обучения людей, то есть мы встретили только одну школу, которая... Оно пыталось именно лекционным материалом обучить. А чтобы это был игровой формат, и как мы преподаем, такого мы тоже не встречали. То есть это зависит от подготовки самих специалистов и, главное, желание. Потому что на самом деле этот процесс нелегкий и требует таких умственных затрат и подготовки, изучения психологии глухих людей. Это особый мир. И, наверное, не всем хочется этим заниматься. И еще один такой момент, что раньше эти дети находились в отдельных учреждениях. И мы тоже никогда не сталкивались с такими детьми, пока в наш детский дом не перевели таких ребят. И мы никогда с этим не сталкивались, и такой профессиональный тоже вопрос не возникал у нас. А когда уже дети к нам поступили с особенностями развития слуха и речи, тогда уже вопрос стал и про кандидатов. И я думаю, что в других центрах, подобных как наши, тоже возможно примерно такая ситуация. Но это же наши догадки. Понятно. Я еще подумала, может быть, это связано с тем, что вообще эта тема, сама тема разрешения вопроса сиротства различными способами, она достаточно нова для нашего и общества, и государства.
И поэтому еще она, может быть, не успевает развиваться вот такими темпами, какими бы нам хотелось. Потому что мы только-только начали осваивать какие-то важные зоны и двигаться в этом процессе, что пока, может быть, действительно все это еще только в начатке. И если бы это было даже там 3 года или 5 лет назад, смогли бы это не понести. Ну и сейчас, да, действительно регламентированное обучение, сопровождение семей замещающих. А раньше это был только рекомендательный характер этой подготовки. И как-то так, мне кажется, сейчас, ну, действительно, это такая новая волна отношений к замещающим семьям, к приемным семьям. Угу. Хорошо, вот прошла первая ШПР, она прошла удачно. Да, во-первых, потому что вот здесь Татьяна сейчас как раз подскажет, 14 кандидатов, да, получили дипломы. Ну, учителя лучше скажу. Все 14, да, кто закончили? 14, правильно. 14. Угу. Из них кто-то пошел дальше, то есть кто-то решился стать приемным родителем, опекуном или взять ребенка в какую-то другую форму устройства, да, под какую-то другую. Да, одна семья, там у нас была супружеская пара, которая, да, они уже летом оформили все документы и забрали одного из мальчиков как раз оттуда. Ну это здорово. Друзья мои, я вас поздравляю, это победа на самом деле. Причем интересно то, что эта семья, это у них уже была вторая попытка. И вот как Инна говорила, до ШПР у нее, она тоже как-то думала про это, но не знала вообще, что куда. И вот та семья, на самом деле, даже собрала документы несколько лет назад и даже пришла за ребенком, которого по какой-то причине им не захотели отдавать. Глухая девочка была, да. И вот, то есть это у них была вторая уже попытка. Пытка, ну, уже... Но она уже завершилась, уже, да, успехом. Да. Слава Богу. Есть еще, да, кто сейчас на этапе поиска ребенка, потому что это такой тоже не быстрый процесс. И это тоже требует времени. Еще бы, конечно. Ну, вот скажите, вот смотрите, это такой ноу-хау у нас, да, эксперимент интересный со всех сторон, и потому что есть запрос, есть нужда, и потому что уже сейчас есть возможность как-то двигать его и развивать, уже есть какие-то наработки. Вот какие планы, то есть как вы думаете дальше двигать этот проект, чтобы как можно больше он принес пользы? Сейчас будет уже вторая группа у нас. Это то, что из ближайших наших перспектив, которые начинаются 1 ноября. И там у нас осталось только 4 свободных места, уже 11 кандидатов записано. Вот. И сегодня кандидат записался, который из Санкт-Петербурга. Приедет специально обучаться. Ну и на самом деле информирование, потому что в перспективе о том, что школа такая возможна, и, конечно, мы ее будем запускать по мере формирования группы. Да, потому что я сразу вот подумала, да, мы вот как раз с Татьяной, когда общались, я сразу подумала о том, что это просто напрашивается, ну, на некую такую франшизу, если можно сказать, да, когда есть именно методика, есть уже какая-то практика положительная, конструктивная, которую можно передавать впоследствии в регионы, потому что запрос, безусловно, есть он, да, и тем более поле абсолютно свободно, не засеянное, вот только вот сейчас закатывай рукава и вперед. Твори. А были мысли, например, каким-то образом выйти, может быть, на сотрудничество вот с государством или, допустим, с какими-то, допустим, НКО, чтобы поддержали, так как помощь здесь нужна, безусловно, и финансовой поддержки, и волонтерской. Были такие мысли? Ну, единственное, что наш директор в департаменте, которому мы подчиняемся, департамент социальной защиты и труда населения города Москвы, об этом в департаменте известно, о том, что школа такая действует, работает, и единственная перспектива, что, например, еще другие центры к нам подтянутся, государственные. Вот, вот такой план. На НКО, честно, мы не выходили. Ну, планов еще, конечно, у нас есть взаимодействие. Вот с городом Сергиев Посад, там интернат, где находятся детки, как мы узнали, что есть там и глухие, слепоглухие, то есть перспектива впереди есть, просто нужно этим заниматься,
и будем смотреть по спросу. Угу. И у нас сложности с переводчиками. Ну вот как я говорю, да, помощь нужна такая абсолютно разная. Да, и волонтеры, и специалисты, и, конечно, все это завязано на финансах. А, например, да. Сейчас нам в качестве переводчиков помогают на добровольной основе волонтеры. Угу. Конечно, хорошо бы, чтобы это были тоже сотрудники, которые могли и вести школу, и угу. также общаться с кандидатами, и в процессе знакомства с детьми. Чтобы это были, да, специалисты. Да, а вот еще хотела спросить, допустим, в перспективе вообще сотрудничества с Всероссийским обществом глухих, чтобы они тоже как-то подключились к этому, я думаю, что там есть большой потенциал, есть возможность такого хорошего взаимодействия, да, Татьяна? Ну, я как раз сейчас вот недавно старалась контактировать с как раз Всероссийским обществом глухих, я пытаюсь там выйти навстречу. Потому что это прям напрямую, да? Чтобы как-то вот обсудить, может быть, действительно Всероссийское общество глухих окажет какое-то содействие, потому что, ну, опять же, да, как я кто? Это их тема. Я волонтер, я, то есть куда я ни приду, я, в принципе, вот на уровне государственных каких-то структур не особо кто-то. Вот. И я, в принципе, узнала такую информацию, что раньше, некоторое время назад, там, сколько-то лет назад, во Всероссийском обществе глухих имелась информация так. полностью по всей России, где учатся, обо всех учебных учреждениях, обо всех, по-моему, если были специализированные, либо детские дома, либо группы, где были глухие и слабослышащие дети. По крайней мере, мне так сказали, что раньше такая единая информация была. А сейчас потом она почему-то куда-то скрылась. Да, сейчас якобы ее нет, и вот я как раз пыталась выйти навстречу в Всероссийском обществе глухих, чтобы как-то обсудить этот вопрос и, может быть, стараться их подключить, да, чтобы был у них интерес взять инициативу как-то в свои руки за этих детей. Ну, я очень надеюсь, что получится это сотрудничество, потому что оно, ну, напрашивается само по себе. Это будет вполне нормально, приемлемо. Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы подключились к этому проекту. Я очень надеюсь, что будет такое плодотворное развитие, и те, кто будет вам необходим, они обязательно приложатся. Желаем это от спасибо чистого сердца. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Ну вот хочу напомнить, да, что у нас на интервью как раз были специалисты из Центра содействия семейному воспитанию «Солнечный круг», Белизяковская Наталья и Кудинова Ирина. Спасибо действительно еще раз потрясающим специалистам за то, что вы смогли сделать этот проект, и что первый шаг был сделан, и сделан очень хорошо. Друзья, давайте мы прям буквально прервемся на несколько секунд. Мы вспомним наши координаты, немножко выдохнем. Сегодня у нас необычный эфир, но очень надеюсь, что он для кого-то будет особенно полезным. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Вот каким образом вы можете это сделать, сейчас как раз вы услышите в нашем джингле. Итак, не переключайтесь. Буквально через несколько секунд мы продолжаем. Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Итак, мы снова в прямом эфире «Отличная семья». И сегодня мы говорим о проекте ШПР, уникальном проекте для слабослышащих людей. О том, что практически никто не работает пока у нас вот по такому формату в России. Им очень хотелось бы, нам очень бы хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. И как можно больше слабослышащих детей они обрели также свои семьи. Потому что если возможность есть, ей обязательно надо пользоваться. Вот я как раз хочу спросить у Инны, вот, скажем так, понимание того, что вы хотите и можете стать приемным родителем, оно созрело еще до прихода в школу приемных родителей, либо когда вы уже ее закончили? Вначале я училась в ШПР.
когда я закончила, и потом уже стал приемный родитель. Но без ШПР, да, я не смогла бы взять ребенка. То есть это вот важный очень момент, да, когда мы говорим о том, что школа приемных родителей, она помогает понять себя, понять свой ресурс, свой какой-то внутренний потенциал, ответить на важные вопросы и тогда уже принять решение. Опять же, вот сейчас к Ине вопрос у меня такой. Насколько я знаю, вы хотели взять сначала маленького ребенка, а потом в вашей жизни появилась вот замечательная Настя, которая как раз рядом с вами сидит, и мы ее тоже все видим. Как так случилось? Когда мне переводчик помогала делать документы, мы также искали в базе данных, смотрели фотографии, искали вот маленькую девочку, и мы не могли найти глухую маленькую девочку. Очень было это трудно. А потом мы такой ставили как бы до 7 лет возраст. Написали в документах, что я ищу девочку. Да. И документы были готовы, когда я их получила в заключении. У меня был указан этот возраст. Потом, когда я ходила в «Солнечный круг», в Центр семейного устройства, и там мы общались, встречались, мне было интересно. И я... Сначала мне было немножко трудно, было непривычно, потом вот Настя постепенно и в ноябре 14-м первый раз встретились, она еще тогда была помладше. Познакомились, подружились. Из нашей церкви мы ходили туда посещать, общались. И потом ко мне пришло решение, вот, поскольку поиск маленький у нас не увенчался успехом, я приняла решение и была готова забрать Настю. Да, это здорово, потому что у нас мы понимаем, что сама тема сиротства, она сложна. И, скажем, подростки, которые не могут найти себе семью, это еще один сложный сектор, который достаточно трудно прорабатывается. Поэтому мы особенно тоже рады, что вы с Настей друг друга обрели. Вот я сейчас хочу у Насти спросить, вот ты помнишь, как первый раз ты познакомилась с сыном, как ты ее увидела, как это произошло? Да, помню, когда мы познакомились. Это было 2 года назад, приблизительно, или год назад. Полтора года назад, в начале. Ну, как мы с тобой познакомились, уже не помню. В начале просто виделись, встречались. Я не особо понимала. А потом уже просто общались, привыкли друг к другу. Вот когда общались, когда все-таки пришла мысль, что из этого общения, из этой дружбы может выйти что-то большее, и вы станете не просто друзьями, а родными людьми друг другу? Ну, где-то год назад, Настя говорит. У кого у первого родилась такая мысль? Кто об этом первый начал говорить? Что, знаешь, вот, может быть, мы все-таки будем вместе? Когда я ходила в детский дом, я уже думала об этом, не говорила ей, но думала, как все это можно сделать. Потом первый раз я взяла ее. Сначала я взяла девочку, да, Асю, к себе в гости, другая девочка, тоже старшая.
там, да, да, там не сложились просто отношения. Да, потом причем именно со стороны Аси, да, она не хотела девочки, общаться. Да. Угу. Вот. И потом постепенно вот мы все-таки как-то сошлись с Настей. Угу. По скайпу общались, да. Да, вот у меня тогда еще к Насте вопрос. Нередко уже, скажем, подростки, находясь в детском доме, они сами говорят, что хотели бы дружить вот со значимыми для них взрослыми, но в семью уже входить не хотели бы. Вот как было у тебя? Ты хотела быть в семье? Да, я хотела. Хотела, да. Угу. Вот все-таки вы уже вместе сколько? Год, получается, или два? В общении. В общении, вот, да, уже или живете в семье? Нет, в семье. Полтора года. Нет, это общаются, они полтора года. А в семье совсем чуть-чуть. В семье совсем чуть-чуть. Но общение все равно полтора года, это достаточно много. Вот, скажем, что все-таки непросто было в принятии друг друга? Что было? Что сложно было принять? Нет, не было сложностей. Мы сразу поняли, да. И когда выбрала ее, приняла решение, трудностей не было. Она общительная, да, любит общаться. И, на самом деле, когда я же ездила с Настей забирать их, отвозить домой, с вещами перевозить, Настю помогала с машиной до Щербинки ехать очень далеко. А я читала, полтора, в Фейсбуке, да. С радостью наблюдала. Что девчонки не могли наобщаться друг с другом. Обзора, да, что они всю дорогу они на жестовом языке общались и не могли наобщаться, да, это было очень радостно. Хочу спросить у Инны, вот как вам кажется, что можно было бы сделать все-таки, вот, скажем, в нашем обществе, в нашей стране, для того, чтобы больше уделялось внимание слабослышащим людям, потому что вы в этой сфере непосредственно, вы сталкиваетесь с какими трудностями каждый день. Вот давайте сначала на этот вопрос, а потом я уже задам следующий. Угу. Ну, в общем или в сфере вот приемного родительства, ну, или вообще? Да, даже в общем. Даже в общем. Угу. Что нужно, чего не хватает. Да, что не хватает. Угу. Есть различные сложности, проблемы. Ну, вот, бюрократии, угу. Связанные с документами, нехватка переводчиков, недостаток. Угу. Самим приходится вот как-то разбираться. Угу. Мне вот просто, да, мне вот просто интересно даже, смотрите, вот человек приходит в магазин, да, ну, вот элементарное, и, ну, хочет, опять же, купить какие-то продукты или еще что-то. Вот каким образом слабослышащему человеку общаться с продавцом? Как это происходит? Ну, вместе, как вот... То есть если мы даже, скажем, будем говорить об элементарной коммуникации? Она расскажет, что она у нас читает. Ну, да, То есть это, в принципе, и вместе мы ходили, я вместе с ней, так, чтобы учить ее общаться, там, расплачиваться. Просто, да, тычем пальцем. Ну, обычно, да, методом тыка. Ну, то есть это пишут записки, да, или смски, вот как это происходит? Смотрим, выбираем любое, что можно. Ну, наверное, это не та сфера, где, то есть это действительно
То есть в этом проблем нет, да. Угу. Проблема как раз возникает, вот я ходила с Инной, как мы говорили, когда нужно чего-то добиваться. Документы, когда, угу, да, система не прописана четко, предположим, и разобраться и слышащему, то есть я сама проходила этот, да, процесс. Да, мы прекрасно это понимаем, и да, все что приемные здесь... родители знают, какие это лабиринты бывают. Надо быть и 7 пядей во лбу, и в полном вооружении. Помимо этого, когда должностные лица не выполняют свою работу должным, угу, образом, и еще больше усложняют систему, просто потому что они вот не хотят там пойти навстречу, угу, или помочь. Угу. И отсутствие средств коммуникации как-то вот упрощенная система для глухих, слабослышащих, то есть, угу, привыкли, например, в опеке, мы вам позвоним, я говорю, пишите смс ей, не надо ей звонить, в крайних, угу, случаях звоните мне, если что-то срочно, я с ней свяжусь, но вот общение через, ну, да, смс. То есть мы сталкиваемся с тем, что, опять же, госструктура, госслужащие абсолютно не подготовлены и не ориентированы на работу со слабослышащими людьми. Во всех сферах. Во всех сферах, да, да. И тем более, если мы говорим, например, о опеке, то, мне кажется, ну, там обязательно должен быть человек, который мог бы работать с этими людьми, как вот уже говорили сейчас преподаватели ШПР. Mm-hmm. Это, понятно, знание жестового языка, знание психологии, особенностей. А у нас нету ничего. И по большому счету ты получаешься один на один вот с огромной бюрократической машиной, которая даже не в состоянии тебя выслушать, потому что они тебя не понимают. И, Татьяна, вот все-таки благодаря тому, что вы ходили вместе с сыном, вы этот вопрос пробили. Хотя тоже хотя пришлось тоже поднажать. Приходилось, да, поднажимать и звонить от лица Инны. И даже говорить о том, что будут написаны жалобы, если, да, там что-то не начнется. Потому что затягивался процесс, нарушались, угу, сроки, Инна ждала достаточно долго, гораздо дольше, чем по закону положено, там, получение различных документов. Угу. Совершенно неоправданно причем. Вот. Ну вот надо сказать, что сейчас уже на данный момент специалистка, которая работает с Инной, вот кто занимался документами, вот уже прямо сейчас на последних, mm-hmm, этапах, mm-hmm, она все-таки, вот, и именно она, я говорю лично о человеке, действительно старается. Включилась, да, спасибо, и старается. Большое. Ну, там просто сменялись с разными, mm-hmm, когда кто-то в отпуске, потом приходит, mm-hmm, оказывается, другой уже занимается или скорее не занимается, и поэтому, mm-hmm, было разное, да. Понятно. Вот у нас еще осталось 4 минуты до конца эфира, хотелось бы ответить на вопросы, которые нам сейчас пришли. Сообщение от Марины. Насколько я знаю, школ для глухих и слабослышащих достаточно мало. То есть самих школ, не просто ШПР. Пришлось ли Насте менять школу? И как обилие перемен отразилось на адаптации? Угу. Нет, нет, сейчас. Сейчас. Угу. Нет, она осталась сейчас в той же школе пока. Угу. То есть где она училась? Где, угу, училась. Это и связано с тем, что действительно школ мало, вот как пишет Марина, или просто не захотели менять ее по определенным причинам? Потому что это важно, Марина с вами абсолютно согласна. К сожалению, действительно, да, таких школ очень мало. Угу. Которая на Павелецкой. Она, угу, уже взрослая, угу, да, и взяли. Поэтому 20. То есть, угу, да, мы подумывали о том, чтобы школы поменять. Да, но, угу, сейчас просто там тоже это не такой простой процесс, и пока она осталась, угу, там, где есть. Ну, то есть решили, что для нее это будет за лучшее. Угу. Хорошо. Друзья, у нас наше время подходит к концу. Я очень надеюсь, что мы смогли все-таки рассказать вам об этом очень интересном проекте. И давайте, наверное, может быть, вот буквально два слова я еще дам Татьяне. Татьяна, что еще сейчас хочется сказать напоследок для того, чтобы все-таки сориентировать наше общество на именно эту тему и слабослышащих людей, и тему сиротства? Может быть, одна
одна такая просто мысль для слышащих, как к сведению. С одной стороны, вот те 14 детей, которые были в учреждении, они на самом деле почти все сейчас в семье за этот год оказались. Двое из них в семье глухих, остальных разобрали в семьи слышащие. То есть и глухих, слабослышащих детей слышащие семьи забирают. И это замечательно, слава богу. Но просто вот такой интересная мысль для размышления слышащим, что тем не менее это действительно замечательно, когда глухой ребенок может оказаться в семье глухих, где говорят на понятном ему языке, и это во многом очень часто способствует социализации, а не наоборот, как могут подумать. И поэтому этот процесс прекрасный. А сейчас просто перед нами новая задача открывается. Детей в солнечном круге глухих, слабослышащих практически не осталось. А теперь их нужно искать по всей России. Ну, чего я вам и желаю, дорогие мои. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были в сегодняшнем эфире. И я очень надеюсь, что ваш проект, он будет развиваться. Бог вам в помощь. Спасибо.